пятый матч регулярного чемпионата с учетом того года. Пятая ничья. Настолько равные соперники, наверное. Никто не уступчивый, никто не хочет проигрывать. Вчера улыбнулась удача Тюмени при розыгрыше 5-4. Сегодня удача улыбнулась нам. Моменты были в первом тайме, наверное, более такие у нас, так сказать, явные выходы. Там были 1 в 0, 2 в 1. Во втором тайме уже такая пошла игра немножко пожестче, я бы сказал. Уже никто никому не уступал. Моментов, наверное, было немножечко поменьше, чем, я думаю, в первом тайме. Но качели, качели. То Тюмень поведет, то сравняем, то неожиданно раз момент. Полумомента хватило Тюмени забивать голы. Один раз со столба развернули, потом просто с бровки убрали, пробили. Индивидуальное мастерство – очень важная вещь в мини-футболе. Так что я думаю, что сегодня голы Тюмени были именно индивидуальным мастерством. Так что я думаю, что игра понравилась. Мы сказать, что, наверное, сегодня более хорошее настроение, так как сравняли счет. Но, к сожалению, наверное, эти две ничьи их не устроили ни нас, ни Тюмень. Так что мы потеряли по 4 очка, приобрели по 2. Даже если по одной игре разошлись, то были бы в плюсе. Так что, ну как сыграли, так сыграли. Зато бились, и никто не проиграл.